Сразу на первой лунке такая хорошая густерочка клюнула на игру. Ловим, ловим, ищем, ищем. А что ищем, не знаю. Дорогие друзья, вы находитесь на канале «Рыбалка Кстова». Здесь видео основано на реальных событиях, которые произошли с нами на рыбалке в Кстово и Нижегородской области. Спасибо, что вы с нами. Друзья, всем привет. Очередная рыбалка. У нас сейчас на дворе глухозимье. Я свою глухозимью рыбалонную провожу на реках, на озерах, на прудах. Вот с Игорем мы сегодня выбрались на одно из озер Кстовского района, недалеко от города Кстова. Будем ловить, а точнее искать капризную рыбу, которая капризничает в глухозимье. У меня вот такая вот снасть, кто видел, да? Это вот безмотылочка и крючочек. У Игоря своя снасть. У него уже поклевки есть. Рыбаки тоже собираются. Сегодня выходной день. Ну, посмотрим, что рыболовный день преподнесет. Я буду включаться, показываю, какая рыба будет клевать. Ну, а вы будете смотреть. Думаю, видео вам понравится. Всем приятного просмотра. Смотрим рыбалку. Ну что, друзья, будем начинать вот на этом пятачке. Пробурили несколько лунок. Дышечка. Там еще вот на глубине. Гоша остался, не знаю, что там будет, не будет. Подойдем к нему. Ну, вот на такой береговой зоне, на мелководье. Здесь уже ловил. Рыбаки есть. Будем бегать. Как поймаю рыбу, обязательно включусь, покажу, что за рыба здесь. Ну, здесь мелкая. Вот твой мелкий окунь. Сейчас пойдем возьмем свою снасть. Удачливая на сегодня будет, неудачливая. Вот покажу, да? Крючочек. И вот безмотылочка. Сырный кубик. Все, сейчас очищаю. А вот Гоша у нас сместился под берег уже, не знаю, он машет. Либо поймал, либо просто машет. Ладно, все, отдышались, ловим. Есть первая рыбка. Вот такая платычка, друзья, взяла на безмотылочку. Но очень-очень мелкая. Вот такая плотва. На мотыля не хочет. Одну безмотылочку взяла, первая рыба. Ладно, ловим дальше. На безмотылочку клюнул вот такой вот хороший кусочек. Сырный кубик рулит. Ну как хороший. Так, ушицу. Ну это, можно сказать, по этому водоему более-менее хороший. Опять работает снасть. Ладно, не буду ее рекламировать. Видео посмотрите, друзья. Сейчас снимаю на безмотылку. Сейчас снимаю, ловлю дальше. Глубина где-то порядка метр. 10, метр 20. Сейчас мы подойдем к Игорю, что он там, он, кстати, что-то вытащил. Смотрите, и не зовет меня. Надо его обуривать, да? Ну, я туда вот скажу, где первоначально мы остановились. Затем мы еще попробуем там, глубина. Вот, окушочком поймал. А у нас три рыбки. Гош, я две плотвички, окушка такого горбатенького более-менее вытащил. У тебя что? Вот, смотрите, друзья. И, как говорится, сукин сын даже не зовет. Ну что, надо просто его брать, обуривать. Будем обуриваться в сапог ему. Сейчас проверим его сапоги. Ловился здесь густерка неплохо, подрядчик попадался. Сейчас вот избегали. В этих снежных лунках. Лунок не видно, да? Снега очень много. И ни одной потычки. Стояла у меня удочка, наверное, где-то в районе полчаса. Настоящую. Даже мотыля не объела. А Гоша так по-прежнему там около берега ловит. Сейчас, может, тоже будем приходить в прибрежную зону. Но в предыдущую рыбалку видео, надеюсь, вы досмотрели. Выход был после обеда. Подошла сюда рыбка. Достаточно хорошая, крупная. Там вот места есть еще, где прям по тропе снегоходы тоже проделали. Попробуем еще и переместимся к берегу еще там. Ну вот Гош к нам сюда переместился, там одолел окунь, плотву прогнал. Друзья, ну вот поймали мы на этой луночке, вот на такую снасть, первая подлещечка. Две поклевки было, первую мы, точнее я не реализовал, одну вторую.
маленькие колебания, чуть-чуть туда-сюда, туда-сюда, и ударчик. Ну, будем ждать, может, будет выход, а может, не будет. Все-таки глухотемье, но видите, Гоша с утра нашел, с утра, да, плотвичку, ну, потом плотвичку прогнал окунь. Не дает. А плотвичка такая нормальная, съедобная, пивная. Сейчас он будет тоже попытаться здесь что-нибудь поймать. Он тоже знакомый впереди рыбачит. Бегают, тоже поклевок не видели. Или просто мне не говорят. Народу немного, выходной день. Сколько вот у нас? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 человек. Будем рыбачить на две удочки. Размотал, разбурился. И поймал что-то хорошее. Густерку, друзья, у меня уже две. Гоша здесь тоже. Был небольшой выход, две хороших густерины. Будем ждать. Будем ждать, друзья. Настоящую взяла. Вот на эту удочку. Настоящую чуть-чуть подергаешь, протянешь. И поклевка. Здесь также на этой удочке у меня внизу мормушечка вольфрамовая. А наверху крючочек. Две рыбины эти были пойманы на крючок. У Гоши на мормышку. Сейчас у него там еще снасть стоит, поставушка. Ну как поставушка, настоящая. Только насадка у него там другая. Не мотель. Ребята там тоже бегают. Тоже вроде что-то тягают, вынимают. Но нам не видно, какая рыба. У нас, как говорится, глухозимие, глухотишье. Вообще ничего не клюет. Он, Гоша, тоже пробурился, я пробурился, друзья. Уходим, как говорится, на глубину. Тут немножко должно подтягивать. Вот там вот на снегоходе приехали. Еще там две луночки у меня будут впереди. Здесь лунка и там лунка. Посмотрим, что. Но поклевок не видно. Так вот две густеры. Мы поймали, Гоша, три. И тишина. Был небольшой выход. А может, мы просто на луночку сели. Не знаю. Сейчас проверяем там и обратно вот пойдем сюда к ящику. Рыбаков немножко прибыло. Ловим, ловим, ищем, ищем. А что ищем, не знаю. Ну что, друзья, пойдемте покажу, какая толщина льда на водоеме.
друзья, ну смотрите, по самому рукоять где-то более метра. Ну вот. Вот, здорово, Диман, ну чё? Вот, нет. Диман уже обрывился, друзья. На мотор едем? Да. Вот так вот. То сейчас поймем, где здесь разборимся мини-базарчики. Сегодня мелочи ловит. Давайте смотреть дальше. Антоша, помаши ручкой. Оператор, идите поснимайте окружающих. Там дети рыбачат. Нельзя детей снимать. У нас на рыбалку приходят с семьями, дед с внуками. Ну вот мы тоже подошли, можно сказать, к этому мини-базарчику. Друзья, ну вот сразу на первой лунке такая хорошая густерочка клюнула. На игру. Там у нас Димка ловит, Гоша остался, мы вот сюда в базарчик ушли. Поклевок очень много, друзья, но никак не могу подсечь. Не знаю, в чем дело. Вот такая вот густерочка клюнула на игру. Ну, ребята тут впереди сидят, ловят. Вроде неплохо у них ловится. У нас нет. Редко удар клюнет. И все. Поймал. Либо не поймал. Все передвигаются, все бегают. Кто уже пообедал. Мы еще не обедали. Ну, может, и не будем. На настоящей глухозиме бегаем, ищем, ничего не можем найти. Точнее, мы ищем рыбу. Сколько я всего, наверное, штучек 6 поймал, густерим. И все, друзья, вот такая вот рыбалка в глухозиме. Еще перезапутался, потерял свою любимую мормышечку безнасадочную, сырный кубик. Теперь надо будет ее искать в магазине. Тот уже он домой собирается, но мы еще немножко половим. Сейчас дойдем до Гоши, посмотрим, что у него там. Там остановимся, там помормышим. Вот такая трудовая рыбалка у нас в глухозиме. На одном из озер Псковского района. Ну вот мы от этого базарчика, где мы в нем сидели, отошли немножко на более мелкую. Не тот на маленькую глубину, друзья. И вот такая вот красавица плотвичка клюнула. Сидели там, перешли, наверное, 70 метров, и вот такая красавица. Ладно, будем ловить. Еще вот так кушочек попался. Может, расклюется под вечер. Друзья, ну что, мы ушли на мелководье. Глубина здесь метр с небольшим. И вот смотрите, да, нашли такую луночку под конец рыболовного дня. Гошка к нам тоже присоединился. Оттуда все ушли. Плотвичка клюет, окушочек небольшой. Но сейчас, думаю, мы на жарюшку, на ушицу что-нибудь поймаем. Вот видите, настоящую ловим, поклевки есть. Как говорится, мы ждем вечернего выхода. Я поймал на этом водоеме ерша. Вообще, сколько я здесь не рыбачил, на рыбалок 100, может, больше, зимой и летом, и весной. Вот видите, зашел, видно, ёж с Волги. В копилку его на уху. Гошка там тут тоже присоединился, уже рядом. Рядом. Ждем. Чего ждем, не знаю чего.
Ну что, друзья, будем заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Рыбалка у нас вот такая суперская, можно сказать, удалась. Рыбки поймали немножко, зато погуляли, набурились и просто отдохнули в выходной день. Ловил я на мотыле. Глубина где-то 4 метра была рабочая. Немножко поймали мы густерки. Потом уже ушли ближе к берегу. Поймал я окушка, нушицу и плотвичку. Ну, пойдемте покажу, что поймал. Также потом посмотрим, что поймал у нас Игорь. У меня пакет там уже есть. Это вот мой арсенал. Давай, друзья, немножко. Ну, есть. Вот такая рыбка, друзья. И можно выбрать на ушицу и ничего-нибудь посолить. Пойдемте посмотрим, что Гоша поймал. Пойдемте. Ну, Гоша тут покрупнее рыбка. Покрупнее. Тоже достаточно хорошая. Сейчас раскроем. Вот такой вот окунь у него. Густерочки. Да, густерочки он тут побольше натаскал, друзья. Ну, смотрите. Хороший улов. Ну что, друзья, всем пока, до новых встреч, до новых рыбалки, пока-пока. Мы сейчас собираемся, сматываемся и уезжаем, а точнее поедем домой. Все, пока-пока, до новых встреч.